Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Ну что, у нас победа. Мы радостные. Так, забираем сундук. О, усиленная турбо нам выпал на тягач. И тяжеловоз на раллийное авто. Так, магнит-ускоритель фляг, 10 тысяч монет, 500 металлолома, 1 билет. Крылья, ускоритель и стартовый ускоритель. Плюс еще 20 тысяч монет и 30 кристаллов. Замечательно. Так, ну что, поехали. Сегодня попробуем взять 33 тысячи кубков. Не знаю, получится, не получится. Конечно, хотелось бы, чтобы получилось. Но там все, как говорится, зависит от наших противников. Ну и от нас, естественно, тоже. Ну что, гора смерти. Давай поменяем видон. Сделаем какой-нибудь, ну, вот такой. Да? Типа таксист, я не знаю, как его назвать. Ну, в общем, в любом случае, поехали. Ну что там, 3 часа. Противника меня выбирает. Ух. Что-то все так стартанули. А я как абсусок какой-то еду. Фига тут. Жесть какая-то, ребята, да? Я смотрю, там сзади баги подкрадывалось. Но ей, конечно, проще по таким ухабам ехать, потому что я играл, ребята. За... Оу-оу-оу-оу, кто там у нас там сиганул-то так? Ну, давай, Рэйчик, не подведи. Я знаю, ты можешь. Что-то у нас там отлетело. Ну, оно, может быть, так и лучше будет. Есть. Да, ухабы такие я манал. Ну, тут самое главное место, ребята. Идеальный старт. Так, вот этот вот прыжок, прыжок веры, он бы мне как бы... Ух, я думал, сейчас перевернусь. Ну? Ну куда ты там летишь? Ты видишь, что он там вытворяет? Да-да, я именно про супердизель говорю. Ну, главное первым. Друзья мои, я приехал, ну как первым? Приехал я вторым, но по итогу я, конечно же, первым. Именно если по очкам. И у нас восхитительные диверсии. Они такие восхитительные, что я манал их проходить. Ну что ты там, твою ж дивизию. Ну вот, ребят, вот и обделался. А ведь, наверное, надо было залететь все-таки, да, туда. Ё-моё. Егорик, подожди меня, пожалуйста. Егорик. Ну, Егорик, блин, не подождал у меня. Я ему кричал, а он, видимо, ребят, не услышал. Без идеального старта, как всегда. Как обделыш какой-то еду. Попробуем сейчас вот здесь. Ой-ой-ой. Я еще додумался притормозить немножко на этом подъеме. Ну и зачем это надо было сделать? Тихо. Мы с тобой уже... два раза подряд чуть было не разбились. Чуть-чуть не успели. Не могу, ребята, не знаю, в чем проблема. Что-то не получается у меня. Я ненавижу эти диверсии, вот серьезно тебе говорю. Всеми фибрами души, просто ненавижу. Во-первых, без идеального старта начинаем постоянно. Ну, сейчас вот только повезло. Это раз. И этот еще хламон там сзади прицепился ко мне. Видишь, ролейка тоже там едет. Все. Всю гонку себе запорол, друзья. Всю абсолютно гонку запорол. И я, по-моему, последнее место получаю. Ненавижу эти диверсии. Поехали. Почему мне опять начинает забрасывать перед? На тачке, а?
объясни мне, пожалуйста. Давай еще нырни, да куча, чего ж там. Так, ну отлично, здесь у нас хорошо получилось. Сзади, правда, у нас там по пятам тоже одна из ролеек ехала. А, так у нас тут еще и смотри кто. Все сбрасывают скорость, а Рэю не надо сбрасывать. Зачем? Нам и так хорошо, да? Нам же комфортно так. Это хорошо, что у нас буст сработал сейчас, в данный момент. Слушай, а может быть нам взять ускоритель монет? Ну, я имею в виду монетный ускоритель, а? Что скажешь? Или не стоит? Вместо вот этого идеального приземления. Ну, к примеру. Потому что монеток здесь дофигища. Еще и горючку можно было бы. Ну, я имею в виду. Тихо ты, господи, что ж ты чудишь-то так сильно, жестко. Блин, опять кактусы. Ну вот, ребята, вот. Вот тебе и результат на лицо. Ну ладно, в любом случае, первые. Давай-ка поменяем, попробуем. Возьмем с тобой монетный. Так, подожди. Не понял я юмора. Слушай, а у меня разве не было монетного ускорителя? Да, похоже, не было. Это плохо. Это, ребята, очень плохо. Монетные ускорители. Это я, видимо, попутал с багги. Так, ну а что тут можно, например? Ну давай, 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 давай. Посмотрим вот так вот. Вот что у нас из этого вот получится. Ты же знаешь, я не успокоюсь, блин. А я все по привычке пытаюсь приземлиться ровно на колеса, а у меня же нет этого ускорения. Че он так там шуршит-то быстро, я не пойму. По привычке, все на колеса. На колеса, ребята, делаю акцент. Кстати, мы забыли посмотреть задание. Ежедневные задания. Так, не надо. Нет, от этого я, наверное, никогда не избавлюсь. Потому что это уже просто действительно привычка самонастоящая. Приземляться идеально на колеса. Смотри, багги там сзади. Он на форсаже, что ли, едет? Я не могу понять. Там что-то у него шипит, по-моему, он на форсаже шпарит. Но в любом случае я оторвался довольно хорошо. Довольно быстро и далеко. Окей. Так, это только третья гонка, их здесь четыре. Мой таксист. Да, он на форсаже едет. Не знаю, получится у него хоть раз меня обогнать. Если бы у меня еще было бы нитро. Если бы я взял с тобой, да? Вот этот вот ускоритель горючего. То мы бы с тобой тут сейчас так форсили бы, что мама не горюй. Смотри, как мы отрываемся. Просто пламя из турбины, блин, летим как сумасшедшие, как оголделые. Вообще жестко. Просто все враги где-то там сзади пыль глотают после нас. Отлично. Так, я хотел посмотреть ежедневное задание. Так, это нам не нужно. Сделайте 5 поворотов. Как я сделаю 5 поворотов, а? Ты что такое несешь? Ага. Магнит. Кубок аллигатора. Гонка.
поехали. Куда ж ты так? Как сумасшедший-то. Ё-моё, вниз, 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 конечно. И победа. Прям по крокодильчику так проехать идеально. А что у него там? Ага, он ехал с нитро. Он припас себе нитро, но я так понимаю, ему просто не повезло, что горючки не было, да? А так бы он тут устроил бы нам карнавальную ночку. Зря я такие делаю супергигантские прыжки. Давай, 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 давай. Есть шанс на ускоряшки. Ну, ребят, это как в прошлый раз. Помнишь, то же самое, на крокодилах поехал. Кто под водой поехал, тому повезло. А кто по крокодилам, как я, тому фигушки с маслом. Вот я поехал по крокодилам, как самый умный. Вы сейчас серьезно? Вы что делаете? Эй, игра! Зашибись. Ну и какое место у нас будет? Первое. Хорошо, ребят, темные дороги у нас. Кто-то меня в комментариях поправил. Рэй, научись играть. Интересно мне знать, в чем же я тут не умею играть-то? Вроде бы выигрываем. По большей части больше, чем проигрываем. Ух ты, гость, сука. Да, конечно, ага. Сашок. Сашок еще не дорос, чтобы нас обгонять. А вот тягач, да, тягач опасный чувак. Сашок полетел куда-то там. Смотри, 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 посмотри, что творит. Прямо этот Сашок вместе с этим, с тягачом, они там соревнуются между собой. Как бы я типа вне конкуренции, да, получаюсь у них тут. О, ноу. Так, у меня облегченный вариант. Эть! Ему просто повезло, что у него нитро сработало. В любом случае, мы первые. Так, 30 кристаллов. Плюс у нас чемоданчик. Ну, неплохо. 90 монет. Слушай, а мы же... Мы же вроде что-то прокачиваем. Конечно, мы прокачиваем с тобой хилку. Хилклимп. Собственной персоной. Поэтому давай продолжать его бомбить. Отлично. Еще чуть-чуть, да, остается буквально. Тут уровень. Тут 12 уровней. И тут 13. Да. Длинная дорога вниз. Миля шахтера. Ой! Ребята, я... Я машину не поменял. Я машину не поменял, это чё? Зашибись. Как я на этом... Ай, дурила. Ван Флоренти какой-то. Сейчас еще и разобьемся тут. Да. Давай уже прыгай вниз. Я немножко в шоке. Шапка отлетела к чертовой бабушке у нас, смотри. А знаешь, почему я сейчас еду первым? Потому что у нас нет на этой машине ни одного рекорда. И поэтому, как мне объяснили ребята, и поэтому никогда его не будет. Я просто...
Это же надо было так тупануть, а, ребят. Трындец, я забыл просто поменять тачку. Просто забыл поменять тачку. Да и можно было бы, в принципе, победить, если бы там не разбился. Так, тут главное не перевернуться. Здоровски просто. Просто замечательно у нас получилось. Я еще и последний, да, сейчас приеду. Кто куда? Кто вниз? Кто вверх? Кто по дрова? А что, тут одна гонка, только почему-то долго идем, едем. Давай на колеса вставай, быстрее. Чеши, 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 чеши. Есть. Фух. Первым прибыл. Это называется, ребята, мастерство, мастер-класс. Так. Что-то мне хочется на этой тачке то ли добавить, то ли переделать. Давай попробуем убрать эти колеса и поставить вот так вот. Как ты думаешь, будет нормальный эффект вот от этого всего? Или нитро лучше поставить? Давай посмотрим. Ну что я могу отметить сразу же? Во-первых, блин, ну пипец просто. О, слушай, а ничего так вроде бы. А тот на форсаже там шпарит, как оголделый. Просто как оголделый, я не знаю, ребят. Вот тут я сам виноват. Там у кого-то крылышки. Ты посмотри, сзади что мчится. Вторая позиция, окей. Так, и последняя гонка. Пока на первом месте, ребята, идем. Не знаю, ребят, закидывает тачку и все. И ты хоть тут что делай? Поехали вот сюда, вот вниз. Этому повезло Ханорику, что он просто, ребята, успел, как-то умудрился на деревяшечку попасть. Опа, пока он там носом клевал, мы его здесь, ребята, и обогнали. На форсаже он там ехал, понимаешь? Ну вот и доездился. И я ненавижу воду. Погнали. Глубокий омут. Нифига там спортивная тачка. Ты посмотри, что она там вытворяет. Она ушуршала, я ее даже не вижу, где она там находится. Куда он там умчался-то? Скорпион этот. Так, ну поехали дальше. Что-то он обгоняет нас как стоячий. Нормально? Где-то он там впендрючился, я смотрю, этот скорпион. Нет, нет. Да твою. Жесть какая-то, блин, я не знаю, ребят, что происходит. Вот как только стоит мне поменять на моей машине что-то вот так вот, не то, что надо, и все. Смотри,
Сейчас после этой гонки я поставлю все, как у меня было. Кто-то впендрючился, я смотрю, там. Так, приехал второй. Это Ди первым. Как он там умудрился обогнать нас, не знаю. При идеальном старте у меня вообще паршивый какой-то старт идет, на самом деле. Так, опять я второй. Да что ты будешь делать-то? Берегите голову. Я не могу его. Просто не могу догнать. Все усилия, ребята, делаю, и догнать его не могу. Так, ну давай мы сделаем с тобой обычно, как у нас было. Так, убираем это, ставим колеса наши и... Вот так. А это что у нас, село скрыть при малом количестве топлива? Не знаю. Поехали. А, тут мотоцикл. Давай, 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 давай. Есть. Есть, ребята. Первое место. Что там написано было? Детский бассейн? Циклистом еще сзади. Ну давай ты, блин, ну быстрее, ну. Приехали. Виктори, орет там диктор. Было бы прикольно, если бы он еще комментировал бы. Блин, идеального старта не получилось. Тут, как всегда, все там, кто на что гораст. Кто сальтухи там крутит, кто еще что. Нормально я выкрутился? Прямо на вертикальной, грубо говоря, стенке я заехал наверх. Все равно эти 33 тысячи кубков будут моими. Чего бы того ни стоило. Лесной кубок, бревна и валуны. О! Давай, 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 родной. Выжимай из себя всю дурь. Я понял, почему называется бревные валуны. Я уже понял. Да-да, именно из этих валунов. Ну и, соответственно, бревна. Так. Слушай, ну ему на этих колесиках хорошо, конечно, проезжать. Будем честны. Ты бичи, так еще плавненько приземлились на финиш. Поехали. Так, наверх я не хочу ехать. И на бревне я не хочу на бревно. Вот из этого бревна, ребята, мы, в принципе, наверное, сейчас и потеряем дюжу скорости. Мотоцикл там еще обогнал меня. Но я вторым пришел, а по итогу должен быть первым, да. Еще шахты.
Да чтоб ваши... Не, ну лучше, ребят, наверное, ехать в шахтах, чем всякие там диверсии или под водой. Ну, как по мне. Но опять же, шахта шахте рознь, там есть... Какие дурацкие шахты? По-моему, это одна из них. Не? Нет, нормальная. Нет, это не нормальная шахта. Это идиотская шахта. Но первым я приехал. Фью. Найс. Опа. Я смотрю, тут спорткарчик у нас, да? Я поехал вниз. Я просто уверен, что я там не смогу проехать. Даже выпендриваться не буду. Так, это кто там у нас на спорткаре? Первым приехали. То есть переплюнули абсолютно всех. Чего? Там еще кто-то на рессорах прыгает, что ли? Или мне показалось? Да нет, мне не показалось. Кто-то там попрыгунчика врубал. Ой, тихо ты. Все, ребята, вот чем эта машина фиговая. Вот если бы багги так перевернулся бы, он бы не разбился. А ролейка все. А у нее даже нет шансов встать обратно на колеса. Это если только при каком-то супер-пупер, там, я не знаю, прыжке, где ты можешь там кульбит сделать, все-таки встать на колеса. Но это маловероятно. В большем счету ты все-таки погибаешь. Так, там спорткар куда-то накрылся, а этот едет за мной. Чух. Почему не все едут с магнитом? Я не могу понять. Здесь у него нет магнитного ускорителя. Зачем ему магнит? Просто собирает монетки и едет. Че этот магнит же, он ничего не делает, кроме как собирает монетки. Или я все-таки не прав? Ты посмотри, а. То есть у нас тут решается, кто первым, что ли, будет, не могу понять. По-моему, буду первым я. Хе-хе-хе. Тот хотел там подгазануть, но ничего у него не вышло. Он подгазанул, но я все-таки опередил. Хорошо, что у меня был не очень высокий прыжок. Я как бы плавно очутился на месте. Вот это была гадость. Вот это была гадость. Так, водитель, не пошел-ка ты прочь. Твою налево, блин. Надо было так обделаться на последнем этом, а? Ладно. Нагорный кубок у обрыва. Йоу. То есть я один, да, как этот, как обсосок последний. Все заехали, проехали, а я нет. Я понял. Ну давай хоть багги эту сделаем, если сделаем. Окей, приехали. Тут две гонки. Не хочу я на это полено, блин. Хотя, в принципе, нормально, ребят. По полену проехались, и все, первое место. Пляжный кубок, опять у нас пляж. Что-то мы так долго к этой цели идем, к этим 33 тысячам кубков. Так вообще, что целую вечность я... Я не знаю, там как-то. Опа, и залетаем на финиш.
Так, три гонки здесь будет. Я уже конкурента вижу, кто здесь у нас. Ролейка, ребят, конечно же, ролейка. Кто-то спрашивал в комментариях, почему рейд гоняешь только на раллийном авто. Ну, ребят, по-моему, это очевидно. Топовая машина. С топовыми характеристиками. К тому же я недавно ездил не только на ролике. Еще было у нас баги. Пока рекорды мы с собой не побили. После нас начали просто наказывать. Причем жестоко наказывать. Так. Чуть было не обделался, а? Ты посмотри. С морковкой. Кубок лесов. Блин, почему нету трассы этой? Трасса Билла или еще что-нибудь? Почему все какие-то заковыристые? Трассы там, лесов, блин. Камни, ножницы, бумага. Так, шутки в сторону, ребят. Что-то тут. Ага. Захотел чего. Там еще, кстати. Ты видел, да, кто там еще едет у нас? Слушай, ну тут вообще короткая дистанция, я прям топово. Топово здесь прохожу. Давай сюда. Да разломайся ты в воздухе, ё-моё. Ты понял, да, кому я сказал? Есть. Первая позиция. Просто не уступая никому места, ребят. Не уступая. Кубок пустыни. Собственной персоной. Поехали. Давай, 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 шпарь. Есть. Так, здесь у нас будет еще две гонки. Так что не расстраиваемся. Должно быть все у нас четенько. И должны будут еще кактусы быть. 100% тебе говорю. Вот, например, один из кактусов. Он там что-то кульбитом начал плясать. Именно мотоциклист. А мы с тобой берем первую позицию. Ну что, последняя гонка в пустыне. Я не вижу, куда они там. Вот самое противное, когда ты не видишь, куда надо приземляться. Так-то ты подгадываешь себе, куда на колеса там приземлиться или еще куда-нибудь. А когда ты едешь и не видишь землю внизу, тут уже вопрос возникает. А вдруг ты едешь, а внизу там какая-нибудь там штука, например, там полка или еще что-нибудь. Ты об нее бабах, и все, и кульбитом полетел. Судя по всему, еще две гонки. Магнитная цепь. Падающие контейнеры. Фига у него машина обледеневшая. Ёк-макарёк. Ну вот это была пакость. А чувачок вляпался, ты видел? Допрыгался на своих прыгунках. Он, видимо, там залетел в эти магниты. Ну так ему и надо, короче, по делам. Получил свое. Потому что он меня тоже там обогнал. Грубо говоря, на определенной позиции. Нет, 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 вставай на колеса. Фух. Я уже все думал. Трындец тачки будет. Нет, выстояло. И еще к тому же и финишировали. Фух. Так. Поехали. Кто-то там с форсажем. Я вижу, кто с форсажем едет.
Ну, друзья мои, сам себе подгадил. Ну, как подгадил сам себе? На самом деле, я же не специально так сделал. Верно? Не заехал он туда. Ну, не допрыгнул. Что я могу сделать? И магнит еще паршивый помешал мне. В любом случае, первое место. Так, кубок Сумрачной долины. Это, судя по всему, наверное, последний у нас заезд. И 33 тысячи кубков будет у нас в кармане. Так вот опасно тут прыгать. Неизвестно, что там впереди летишь, как оголделый. А там бац, какая-нибудь лужа. А в этой луже совенок. Или черепаха. Кто там у нас в луже прячется обычно? Черепах, по-моему, да? Ты об нее врезался, и все. И все твои усилия пошли коту под хвост. Как вот, например, здесь. Вот зачем вот мне надо было сейчас вот это вот ускорение паршивое? Хотя... Нет, здесь оно нормально сыграло. О, гляди-ка. Вообще топово. Так, поехали. Идеальный старт. Да-д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 а. Прыжки убийственные, так скажем. Ну, где там, где финиш? Я жду финиша, как манна небесная. А вот и финиш, все, ребят. Фу. Ну вот мы и получаем 33 тысячи кубков плюс магнит на скутер. Следующая награда 36 тысяч кубков будет. Навикар выйдет через 10 дней. Что за навик... А, новая машина. Так, ну что, ребят, наверное, будем на этом сегодня закругляться. Фу, я аж сжарился, пока гонял. Переволновался, видимо. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.